Марина начинает готовиться к дачному сезону зимой, когда покупает семена овощей и цветов для своего участка. Она считает, что это один из важных этапов жизни огородника. От качества семян зависит будущий урожай. И здесь стоит внимательно изучить информацию на упаковке. Я в первую очередь обращаю внимание на срок годности, чтобы не были семена просроченные. На количество семян, потому что хочется как бы за небольшое количество денег, чтобы семян было все-таки побольше. Но даже если все взошло, расслабляться не стоит. Начинается активный период пестования рассады, самого главного этапа в развитии растений. Подкормка, пикировка, подсветка, закаливание. Здоровая рассада отличается крепким стеблем и насыщенным цветом листьев. По ней, мне кажется, вот видно, во-первых, она не мотается, да, то есть вот не падает. И вот еще вот этот момент, то, что вот фиолетовый стебелек, то, что она, видимо, закалилась и такая достаточно уверенная. Если опоздали что-то посадить, это не значит, что дачный сезон завален. Не все нужно сажать в феврале или марте. Есть растения, которые, как и люди, не любят просыпаться слишком рано. В апреле или даже мае, чтобы получить ранний урожай, можно посадить на рассаду огурцы, патиссоны, некоторые сорта капусты и многое другое. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.